Всем доброго времени суток. Прокатились мы по маршруту Хребтовые, Каверзинские водопады, Фанагорийка. Дорогу довольно-таки сильно размыло. Вот сейчас будет фотография, можно видеть глубину промоин. И таких промоин было очень много. И приходилось нам их проходить ночью, что затрудняло наш маршрут. Еще рядом с Каверзинским водопадом, с большим, нашли какой-то неизвестный нам водопад. Кто знает его название, напишите, пожалуйста. А как вот Вова завтра на Шевике собирается ехать? У него вот этот вопрос. Это же Вова, он проедет. У него лебедки нет, она лежит у бабушки моей. Он еще и на атачной резине. Елисей поможет, вот. Выйдет и будет толкать. Да, родные. Вот это миллиметражировать надо уметь. Дальше нормально. Чуть-чуть осталось. Какой-то маленький. По карте написано, что из пещеры у них детского выходит. Красота очень неописуемая. Такое ощущение, что мы здесь вообще первые люди, которые нашли этот водопад. Поехали, Олег. Мы тебя снимать остановились. Что, тут жестко, что ли? Проедь, узнаешь. Так себе, чуть-чуть глубоко. Ты, короче, хитрый, да?
вещи мне не намочи. На Ниве. Это вот так? Да. Что, дрифт? О, кот! Нормально. Блин, страшно. На глину дорога. Еще едем. Где-то впереди дорога на Фангрийскую пещеру. Впереди размытый участок дороги, который нужно будет объехать возле трубы через речку. Сейчас пытаемся спуститься. Вот умничка. Молодец. Едем мы. Чутким руководством Андрея. Мы аккуратненько едем. Андрей в темноте. Конечно, ничего не видно. Очень жаль. Бывает, что мне не выворачивается. Да, кстати, на прошлой стоянке у нас погнулась рулевая сошка. Ее с помощью дерева и лебедки выпрямляли. Все, выпрямили. Сейчас едем. Ну, вроде все хорошо. Ну, мы проехали. Речка идет. Темень нифига не видно, конечно. Ну, ничего. Там твоего Виталика 50 килограмм не сильно помогут. Да. По сути, другого выхода у нас нет. Не 50, а помогло. Ну да, я тоже так сижу, думаю. 50 хороших килограмм, видать. Ой, мамочки. Не, я так не смогу ехать в машине. С такими развесовками. Креном. Второй день мы провели на речке. Проснулись в базовом лагере. На базе отдыха и посидели немножко у речки, шашлык.
Вот их прекрасно. Мечты сбываются. Да. Мы, короче, на 1 мая, ну, первый или промежуток, на майский хотим поехать на рыбалку. Поедем. Не знаю, стройка собирается.